Ох, как давно не было видосов. Так, всем привет, с вами Супер. Что-то я обленился, не снимал 2 недели видео. Вообще, потом уходил на месяц, как видите. Ну, наверное, 5 недель. Ну, короче, я в ближайшее время вам обещаю много видео. Сейчас я... Скоро меня разбанят в Counter-Strike Global Offensive. Я вам сейчас покажу скриншот. Да, вот скриншот. Буду сейчас снимать про Counter-Strike видео. И в ближайшее время я буду, короче, кучу видео снимать. Я вот просто вам обещаю, да. Ну, минимум 7 видео выйдет, да, 7 или 10 видео. Потому что, что, ну, YouTube-канал просто простаивает, да, а надо снимать контент. Потому что, ну, посмотрите просто за один год я что снял. Абсолютно нихуя. Да, практически ничего, именно из годного, прям так, чтобы набрало просмотров, только тут от силы 80-100 набирало, и, ну, 40 тут, ну, 8 тысяч, это Лена Головач, это вообще стример, а здесь 177, и вот еще, Айтипедия, 900 просмотров. Ну, как-то маловато, да? Так что будем много видео снимать, я все-таки надеюсь, когда-нибудь у меня одно видео наберет 1 000 000 просмотров, да? Это, в принципе... Возможно, потому что все-таки у меня канал уже практически 4 года, да? 16 октября. Сейчас. Так. Сейчас если ноябрь. Октябрь. Лол, ну почти близко, да? Уже годовщина, значит, уже. Моему каналу 4 года. Хотя я не снимал вроде 2 года. Сейчас посмотрю старый видео. Либо 2. Или 1 год. Да-да-да. Этот канал, короче, 1 год просто стоял, чтобы я... Смотрел видео на Ютубе. Да, еще, кстати, большинство людей делают Ютуб-канал, чтобы смотреть тупо видеоролики и писать комментарии, что ты снимаешь говно. А сами нихуя не снимают, еще пиздят. Вот бы снимали бы, я бы увидел бы. Да. Ну, самое простое видео, которое я снимал для хайпа, это был Ивангай играет в Майнкрафт 2 года назад. Это просто я в шутку снимал, подумал, ну, наберет там 100 просмотров, ну, ладно, пойдет. Как видите, уже 81 тысяча, и Ивангай, в принципе, популярный, да? Но его скоро я вам гарантирую, да? Сейчас я точно не уверен. Сливки Шоу, я вам отвечаю, Сливки Шоу обгонит его уже 9 миллионов. А Ивангай тупо простаивает, как, в принципе, я. Вот видите? Ивангай, если сейчас не будет снимать контент и будет тупо прокручивать себе подписчиков, то он, ну, ничего не набьется, потому что Сливки Шоу, как видите, каждую... В принципе, 2-3 недели снимает видео, так что я желаю Сливки Шоу удачи, да. Потому что он очень хорошие видео снимает. Ну, давайте скажу, что я в ближайшее время смотрю. Ну, какие видео я смотрю, да? Вот самое старое видео, самое первое у меня. Это 3 года назад было. Это я тупо в шутку снимал. Так, уберись. Сливки Шоу. Вот. Так. Самое первое видео у меня было с Новым годом 2014, да. Потом были лего-обзоры, там, китайские обзоры, да. Ну, не самые лучшие, но хотя в то время у меня была HTC сорта моего брата. И я снимал охуенные видеоролики. Сейчас смотрите, какое качество было. Сейчас у меня нету этой камеры, видите, 720 пикселей. Я мог снимать вообще охуенно, да. В то время жаль, что я не снимал дохуя видео, потому что этой камере я мог просто кучу видеороликов снять. Просто HTC One вроде называлась, да. Короче, не будем искать, ну, вы поймете, да? Давайте просто, это будет тупо подкастик, да? Ну, уже вы поняли, да? Просто я думаю, просто запилить видео, что я буду до хера видео снимать. Но, как видите, я вам покажу, о чем я сижу. Ну, тут ВКонтакте, Оликс, продаю там вещички свои. Киногоу, значит, Twitch. Аниме иногда смотрю. CSGO 500, рулеточку кручу. Смотрю сериалы различные, все топ. Эмайл, просто почту, там пароли всякие, и у партнера ВСП, Киви кошелек, Вебмани кошелек, Сезон Вар, значит, Алиэкспресс. Ну, вот такие, на таких сайтах сижу и вам советую, в принципе, все топ, значит, вот такой сайтик. Я понимаю, что пиратство это плохо, но я надеюсь, когда у меня будет куча подписчиков, я буду покупать игры, чем на торренте качать. Хотя в ближайшее время я играю, знаете что... Играю, сейчас я наверх подниму вам. Даже у меня пиратские бандикам, но я надеюсь, когда-нибудь я куплю. Вот Раст, видите? Растик. Ну, это пиратский, у меня лагает он. Я некоторых людей рейдил. И сейчас я смотрю видеоролики различные. Сейчас я вам покажу. Сменю свой канал на лайв-каналчик. Вот мой лайв-каналчик, кто не знал. У меня он есть. На основном канале просто здесь в панели прям написано, что у меня есть лайв-канал.
Ну, снимаю всякий бред и подписываюсь, и смотрю там разные видеоролики разных ютуберов. Мне вот этого ютубера очень понравился, Дракерс. Дракес, да? Он вообще круто снимает вообще. Я подписался, даже лайки ставлю. Вот. Очень крутой ютубер. Вам советую, если вы играете Rust. Да. Вот. Ну, давайте сейчас посмотрим, что тут есть. Сейчас я вам скажу, с какой, в принципе, я соткой сейчас сижу. Сейчас у меня сотка не топовая. Сейчас. Бунд. Просто вам покажу. Китайская какая-то такая соточка. Не топовая, но... Я не знаю. Пока на этой сотке я буду снимать, потому что у меня нихера нету. С ближайшего видео я уже давно снял видео про... Вот у меня вот такая сотка. Вот такая. Да, прям... Нет, не прям такая. Здесь чуть-чуть другой фонарик. Ну, короче, старая сотка, уже год прошел. Она, в принципе, чуть-чуть подлагивает. Но свою задачу, как телефон, она справляется на все 100%. Bunt X5 вроде называется. X5, но он, это такая модель, не самая топовая. Ну, вот такая. Вот. Аккумулятор не такой был, какой-то синий был. И не такая камера. Подождите, это другая сотка. Bunt X5 есть разных моделей. Вот у меня вот такой был, вот такой. Вот. У меня только белого цвета. Не топовая тут камера, вообще дно какая-то. 480 пикселей. То есть, вы сами понимаете, какая была у меня сотка. Смотрите. HTC One. Вроде, как-то так назывался, он еще с изогнутой штукой был. Не такая камера, была получше. И она была маленькой и тоненькой. Она топовая, мы ее продали, потому что у нее аккумулятор уже лагал. И она уже вздыхала, да? На последних, не знаю, вздохах жила. HTC, так. Так, сок, сейчас. Ее надо найти, вам показать. Если вы такую сотку найдете, можете, в принципе, для YouTube использовать. Она очень просто фокусируется, просто она одним кликом, да? Одним кликом. Так, где ее? Нет, это не это, не это, не это. Ну, все, в принципе, HTC сотки, они топовые, да? Всем, любую модель я вам советую, если вы найдете за дешево. Вот. Ну, HTC One это был самый топ. Вот, в те годы, конечно. Сейчас он уже не топ, сейчас айфоны всякие пошли. Айфоны X5 с двойными, тройными камерами, миллиардами камер, да? Реально, надо придумать сотку с четырьмя камерами, да? Ого, круто было бы. Четырехкратное изображение сказать. В итоге одна камера только посерединке работает. Ха-ха, да? Ну да, такое, короче, было видео. Какое-то такое повседневное, да? Кусочек видео, короче, капелька. Буду на этом заканчивать, покажу вам, кого тут я смотрю. Тролль Дэн, бесплатно игры говно. Слидана тоже вам советую подписаться, посмотреть видео. Если вам понравится, конечно. Разные ютуберы можете посмотреть, может быть, вы тоже подписаны на Куплинову, к примеру, на Легунду. Алексея Шевцова, да, Вилл Джонс, Федор Комикс, Кибайт, Ночка Пок. Еще я на Боба был подписан, но я его отписался. Почему, я не знаю, сейчас давайте подпишемся обратно. Нет, он подписан. Просто он видео уже 6 дней не снимает. Но я надеюсь... Ну, нет, кстати, он каждую неделю, в принципе, тоже снимает видео. Так что, ладно, показал вам свой подкастик, да? На основной канал пойдет, я думаю, сейчас на лайв-канал кину. Ну, ладно, чего, нет. Все, короче, сейчас буду записывать про CSGO. И где-то через час, может быть, через два, будет видео про CSGO. Все, пока.